Всем привет! Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким! Я желаю, чтобы Новый год был намного лучше, эффективнее, чем предыдущий. И у нас сейчас будет урок на нижнюю часть тела, работа на ноги, на ягодицы. Нам понадобится коврик и гантели. Меня зовут Ирина Куликовская, я тренер World Class Санкт-Петербург, Синая. Ноги ставим широко, раскройте плечи, грудью тянемся вверх, вдох и выдох, вдох, выдох, отлично, еще вдох, и можно чуть погромче, еще один раз, хорошо, внимание, руки через стороны, направо, налево, круглая спина назад, соединяем стопы, вытягиваемся вверх, с правой марш. Правая. 4, 3, 2. И степ-тач, приставной шаг. Отлично. Еще шире шаг. Мягкие колени. Грудью тянемся вверх. Естественный прогиб в пояснице. 4, 3, 2. Кёл-кёл, захлёст. Пятка к ягодице. Руки работают вдоль туловища. 4, 3, 2. По два подряд. Один. Пяткой коснуться ягодицы, ноги широко. И 8, 7, 4, 3, 2. Колено вверх, руки на пояс. Грудь высоко, равняйте плечи. 8, 7, 6, 4, 3, 2. По два подряд. Четыре, три, два, один, и один, один. Внимание, добавляем рука локтем к колену. 8, 7, 6, 4, 3, 2, степ-тач. И в стороны также. Четыре, три, два, внимание, открытый шаг и плечи наружу, медленно, вверх-вниз, вверх-назад, 4, 3, 2, и в два раза быстрее. Четыре, три, два. Внимание, выносим одну руку вперед. Потяните за ладонью. И 8, 7, 6, 4, 3. Поворот, скручивание позвоночника. Поворачиваем верхнюю часть тела по линии талии. 8, 4, 3, 2. Отлично. Руки на поясницу. Ноги ставим широко. Стопы параллельны. Колени направлены вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. На правой остаемся. Пульс. 4, 3, 2. Поворот направо. Правое колено. Угол 90 градусов. 4, 3,
два, разгибаем правую выси. Семь, шесть, до конца колена можете не выпрямлять. Четыре, три, два, верхние точки, стоп. Вперед, левая пружина, колено точно вперед. Четыре, три, два, поворот. Левое колено, угол 90 градусов, 4, 3, разгибаем левое, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, верхние точки, стоп, наклон правой, 4, 3, 2, левой, 4, 3, 2, правой, 4, 3, 2, еще раз. На ширину таза и прогнуться, круглая, вниз, вверх, 4, 3, 2, медленно, 2, 2, 2 вниз, 2 вверх, вдох, выдох, еще 2, еще один раз, соединяем стопы, вдох, диагонально направо, диагонально налево. Круглая спина назад. Вытягиваемся вверх, в стороны. Отлично. Возьмите либо гантели, либо бутылки потяжелее. У нас работа на мышцы ног. Положитесь крестно, друг на друга. Стопы и колени направлены слегка наружу. Средняя постановка ног. Стопы чуть шире таза. Грудь вверх, плечи вниз. Поехали. Приседания. Два вниз, два вверх. Опускаем бедра до параллели с полом. Выдох. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Два, вверх, два. Отлично. Отлично. Продолжаем. Вниз, два. Вверх, два. Вдох. Выдох. Колени верхней точки не выпрямляем. Грудь высоко, туловище остается в вертикальном положении. Один, один, два. Раз, два. Медленно вверх. Раз, два. Медленно подъем. Стоп. Медленно вверх, выдох. Стоп. Три к одному. И три, два, один. Толкаем. Три, два, один. И вверх. Три, два, один. Еще раз. Три, два. Пол амплитуды. Вниз. Половина. Полная. Вниз. Пауза. И вверх. Вниз. Половина. Еще раз. Один, один. Вниз. Вверх. Полная амплитуда на каждый счет. Отлично, продолжаем. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, пульс. И 3, 2, 1. Продолжаем. 3, 2, 1. Выдох. Три, два, один. Еще. Осталось четыре раза. Три. Два. Оттолкнитесь пятками от пола, включите ягодицы. На каждый счет. Восемь. Семь. Полная амплитуда. Шесть. Отлично. Плечи расправлены, грудью тянемся вверх. Два. И стоп. Соедините ноги. Левую слегка назад, поставить колени вместе. Правая почти прямая. Круг плечами наружу. Поехали. Мертвая тяга с правой ноги. Два вниз. Два вверх. Верхние точки. Зажимаем правую ягодичную мышцу. Правая нога почти прямая. Почувствуйте работу ягодичной мышцы.
внешнюю поверхность бедра. Внимание на каждый счет и вниз, вверх. Выдох, вдох, выдох. Опускаемся гантели до уровня колена. До конца мы не выпрямляемся. Оставляйте туловище немного под наклоном. Вдох, выдох. Отлично. Еще 8. 7. Верхние точки сократить ягодичную мышцу. 4. 3. 2. 3 к 1. 3, 2, 1. Вверх. 3, 2, 1. Подъем. 3, 2, 1. Еще так. 3, 2, 1. Пол амплитуды вниз. Половина. Вверх. Вы здесь не должны чувствовать мышцы спины. Работайте только за счет правой ноги. Вниз. Половина. Три пульс. Вниз. Выдох вверх. Расправьте больше плеч. Потянитесь грудью вперед. Гантели вдоль внешней поверхности бедра. Семь пульс. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Еще. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, один. И 8, 7. Продолжаем. 4, 3, 2. Хорошо. И левый шаг вниз, вверх, ланч. Приседание в выпаде с правой ноги. Левую ставим назад. Поднимаемся вверх за счет силы правой ягодичной мышцы. Выдох, шаг вниз, вверх, выдох, шаг вниз. Еще. Отлично. 2-2 медленно. 2 вниз, 2 вверх. Вдох, выдох. Еще 2. Еще один раз. Внимание. Левая нога ушла скрестно назад. Опускайте левую руку к пятке. При этом мы не округляем спину. Держите грудь высоко. Сгруппироваться. Скрутиться левым плечом к правому колену. При этом мы таз не разворачиваем. 2 раза. Еще раз. 3 пульс и 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. И вверх. Фу. Отлично. Еще 4 раза. 3. Правой пяткой давим в пол. 2. Вниз. Еще 1 раз. На каждый счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Левую стопу ставим и 2 вверх, отведение правой ноги. Левое колено остается согнуто. Положите правую гантелью на бедро. Держим нейтральное положение таза, равняем плечи. Стараемся не наклоняться в сторону. И ноги в нижней точке у нас не соединяются. Почувствуйте работу средней ягодичной мышцы, внешняя поверхность бедра. 1-1. И вверх-вниз. Выдох. Ноги мы не соединяем. Вверх. Вверх. Отлично. 8, 7, 6. Колено точно вперед. Пяткой вверх, пальцы ног вниз. И 2, 3. Пульс. И 3, 2, 1. Вниз. 3, 2, 1. Отлично. Еще так. 3, 2,
7, пульс, 7, 6, 5, расслабьте голеностоп, расслабьте стопу, еще раз, 7, 6, 5, 4, внимание, чередуем, левая нога назад, ланч, вниз, правое отведение, и вниз, шаг, левым плечом к правому колену, выдох, подъем, вниз и вверх. 4, 3, 2, отлично, стоп, правая чуть назад, левая прямая, расправьте плечи, у нас мертвая тяга с левой ноги, колени остаются параллельно друг другу, тяните тазом назад и вверх. Макушка, продолжение позвоночника, подъем, 2 вниз, 2 вверх, вниз, вниз, вверх, выдох, 3 к 1, 3, 2, 1, вверх, 3, 2, 1, выдох, в верхней точке зажимаем, сокращаем левую ягодичную, до конца не выпрямляемся, на каждый счет, оп. Держите таз нейтрально. Выдох, подъем. Вдох, выдох. Отлично. 8 раз. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Вы готовы? 3. Пульс. 3. 2. 1. Выдох. Оставьте наклон. Еще так. 3, 2, 1. И вверх. Задняя поверхность бедра работает. Ягодица. 1, 1. Вдох, выдох. Дышим. 4. Если вы делаете правильно, вы можете почувствовать даже с маленьким весом, либо без него. Внимание! Правой ногой шаг вниз, вверх. Приседание в выпаде с левой ноги. Подъем. Шаг вниз и вверх. Шаг вниз. Добавим скрест на 2-2. Правым плечом к левому колену. Выдох, подъем. Не разворачивайте таз. Направьте таз точно вперед. Отлично, еще. Вверх. Еще раз. 3, пульс. И 3, 2, 1. Вверх. 3, 2. Поворачивайте правое плечо, колено. 3, по диагонали. И вверх. Как дела? Работает внешняя поверхность бедра. Еще. 3, 2, 7. Пульс. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще один раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. И 8, 7. Фу! 4, 3, 2, внимание, шаг направо, оп, налево, направо, дотянуться гантелью пятки, вниз, также. Еще. Пошире шаг в сторону. Отлично. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ноги широко. 2 вниз, 2 вверх. Приседание широкой постановкой ног. Направьте колени, ступы максимально широко наружу, таз назад.
Продолжаем. Вниз, вниз, вверх, выдох. Вдох, выдох. Еще раз. Один, один, два. Раз, два. Медленно вверх. Оп. Не опирайтесь на бедра. Удерживайте силами ягодиц. Выдох. Раз, два. Пол амплитуды. Вниз. Половина. Полная. Фу. Согните руки в локтях. Один, один. И вниз. Вверх. Локти направлены точно вниз. Локти высоко. Четыре. Три. У вас еще два. Внимание. Вверх, вниз, через один. Фу. Сократите икроножные мышцы, вытолкнуть вверх. Пятки высоко. Продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Фу. Пять. Еще четыре. Еще раз. И только вверх. Восемь раз. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Выдох. Три. Два. Стоп. Опускаем гантели. Глоток воды. Вдох, выдох. И марш. Правая. Чуть передохнем. Руки на пояс. Расправьте плечи. Потянитесь грудью вверх. Правая, правая. Четыре, три, два. Степ-тач. Маленькая амплитуда. Два. Внимание. Два направо. Раз. Два. Два налево. Раз. Два. Раз. Два. Отлично. Внимание. Снижаемся. Согните ноги в коленях. Присядьте. И мы шагаем также. Ноги пошире. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, ниже. Еще. Раз, два, три шага направо. Внимание, раз, два, три, оп. Раз, два, три, влево. Раз, два, три, присесть. Раз, ниже. Отведение ноги. Правая. Левая. Вверх. Раз, два, три. Пам. Раз, два. Только шаги на месте. Один, один. Ниже, ниже. Сесть. И вверх, 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 вверх. Ноги до конца не выпрямляем. Колени согнуты. Руки на пояс. Пам. Отведение бедра. При этом мы тазовую кость не разворачиваем. Грудью тянемся вверх. Пяткой в потолок, ноги широко. По два. Раз, два. Выдох. Плечи остаются параллельно полу. Макушкой тянемся вверх. Отлично. Один, один на каждый счет. Расслабьте голеностоп. Расслабьте стопы. Четыре. Три. Два. В два раза быстрее. Колени согнуты. Толкайте пяткой в сторону. Пам, пам. Если тяжело, вы можете остаться на предыдущем варианте. Четыре. Три. Два.
Хорошо, марш. Отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Хорошо. Становимся упор лежа. Положение планки. Ладони точно под плечевыми суставами. Бедра, тело в одну линию. Упрощенный вариант. Колени на полу. Макушка, продолжение позвоночника. Стоим. Три. Внимание, дальнюю ногу подтягиваем к плечу. Четыре. Диагональ. Три. Два. Поворот в мою сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Повторим. Четыре. Колено в мою сторону. Два. Поворот. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. По два раза. В два раза быстрее. Раз. Два. Поворот. Раз. Два. Раз. Два. Колено. Колено. Поворот. Еще два раза. И поворот. Еще один раз. Поворот. Отлично. Переворачиваемся на противоположную сторону. Ложимся на бок. Протяните левую ладонь ко мне. Правая ладонь к виску. Поехали. Скручивание боковое. Два-два. Потянитесь верхней ногой за пятку. Мы поднимаем лопатки за счет сокращения косых мышц живота. Один-один-два. Медленно вниз. Ноги на пол больше не опускаем. Раз-два. Медленно вниз. Раз-два. Внимание, двумя ногами. Два колена. Раз-два. Колени подтягиваем к груди. Пятки к ягодицам. Поднимайтесь за счет силы косых мышц живота. Еще раз. Два. Пульс. Раз. Два. Медленно вниз. Раз. Два. Старайтесь не ложиться на спину. Вытягиваемся, ложимся строго на бок. Еще четыре. Три. Два. Еще один раз. Стоп. Хорошо. Переворачиваемся. Снова становимся. Положение планки. Ладони под плечевые суставы. Бедра туловища в одну линию. Дальняя нога у нас другая. Четыре. Колено к плечу. Три. Два. Один. Поворот. Четыре. Три. Два. Один. Четыре. Три. Два. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Поворот. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Два колена. В два раза быстрее. Раз. Поворот. Чуть быстрее. Раз. Два. Раз. Два. Поворот. Еще два раза. Пам. Поворот. Еще раз. Раз. Два. Поворот. Стоп. Переворачиваемся на противоположный бок. Ложимся. Протяните правую руку в мою сторону. Точно на боку. Ноги над полом, ладонь к виску. Два-два. Потянитесь за пятку. Подтяните колено к груди. И выдох. Вдох. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх. Один-один-два. Раз-два. Медленно вниз. Раз-два. Медленно вниз. Еще. Два колена груди.
Раз, два. Медленно вниз. Также. Раз, два. Направьте колени точно вниз. Два раза. Еще один раз. Два плюс. Раз, два. Медленно вниз. Раз, два. Продолжаем. Также. Еще четыре. Три. Два. Еще раз. Стоп. Хорошо. За колено. Перекат. Берем гантели. Ложимся на правый бок. Две гантели с кресла, либо что-то потяжелее, например, бутылки. Ноги вместе вытянутся в одну линию. Верхнюю ногу выносим вперед на угол коврика. Нижнюю ногу сгибаем. Старайтесь не проваливаться в плечах. Положите гантелю на внешнюю поверхность бедра. И у нас отведение левой ноги. Мы поднимаем примерно до уровня таза, может быть, чуть выше. Самое главное, не включайте здесь косые мышцы живота. Работайте только за счет силы средней ягодичной. Пяткой вверх, пальцы ног вниз, голеностоп расслаблен. Опускаем стопу до пола, но не кладем. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, на каждый счет. Ап. Вверх. Отлично. Чуть выше таза стопа. Выдох. Вверх. Хорошо. 8 7 6 5 4 3 2. Три счета держим. 3, 2, 1. Вниз. 3, 2, 1. Продолжаем. 3, 2, 1. Еще раз. 3, 2, 1. К 3. Вверх, вниз, вниз, вниз. Удерживаем напряжение. Медленно опускаем, но не ставим на пол. Добавим 3 пульс. Вверх. Чуть-чуть потерпеть. Доводим до жжения. 3, 2, 1. Еще. 2 раза по 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Полная амплитуда. 8. Выдох. 4, 3, 2. Отлично. Стоп. Гантели на пол. Поворачиваемся головой направо. Одну гантель берем и зажимаем под коленом. У нас будет работать эта же нога. Ладони под плечевыми суставами. Разгибание в тазобедренном суставе. Пяткой вверх. До конца ногу не опускаем. Напрягайте мышцы живота. Между ногами и руками у нас образуется положение квадрата. Локти чуть согнуты. Макушкой тянемся вперед. Взгляд вниз. И пяткой в потолок. 1-1, только вверх. Амплитуда небольшая. В нижней точке мы не расслабляем ягодицу. Выдох. Пяткой вверх, стопа вниз. Вверх. Отлично. 8 7 6 5. Дышите обязательно. Выдох на подъеме. 2 3. Держим. 3 2 1. Вниз. 3 2. Зажать, сократить ягодичные мышцы. 3 2 1.
И еще раз. Один к трем. Вверх, вниз, вниз, вниз. Продолжаем. Вверх, вниз, вниз. Еще раз. Три. Пульс наверху. Три. Три, два, один. Продолжаем. Выдох. Еще. Три, два, семь. Пульс. Семь, шесть, пять. Высоко. Три, два, один. Наверху. Один, один. И только вверх. Еще четыре. Три. Два. Стоп. Хорошо. Убираем гантель вперед. Мы переворачиваемся на противоположный бок. Поставьте локоть под плечевой сустав. Мы вытягиваемся в одну линию. Нижняя нога согнута. Верхнюю ногу выносим вперед на угол коврика. Гантели положить на внешнюю поверхность бедра. Грудь вверх. Поехали. Два-два. Вверх, вверх, вниз, вниз. Расслабьте голеностоп. Старайтесь не проваливаться в плечах. Также вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз. Еще. Отлично. Один-один. Ап. Полная амплитуда. Туловище держим, грудь вверх. Восемь раз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, три. Пауза. Стоп. Два. Один. Один. Еще. Три. Два. Один. Продолжаем. Вверх. Держим. Держим. Вниз. Еще раз. Один к трем. Вверх. На три счета медленно опускаем. Выдох. Еще. Почувствуйте работу правой ягодичной мышцы, внешней поверхности бедра. Три. Пульс. Три. Вниз. Также. Три, два, один. Три, два. Отлично. Еще четыре. Три. Два. Еще раз. Семь. Пульс. И семь, шесть, пять. Высоко. Три, два, один. Еще раз. Семь, шесть. Пять, четыре, три, два, один, один. Все. Восемь, семь. Полная амплитуда. Четыре, три, два. Отлично. Стоп. Одну гантелью мы оставим на полу. Поворачиваемся головой налево. Зажимаем гантелью под коленом. У нас будет работать эта же нога. Пальцы ног вниз, пяткой вверх, ладони точно под плечевыми суставами, макушкой тянемся вперед. Готовы? Поехали. 2-2. Разгибание в тазобедренном суставе. Толкаем пяткой вверх. Напрягайте мышцы живота. Уберите прогиб поясницы. Держите нейтральное положение таза. Отлично. Вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, выдох. Еще раз. Один, один. Ап. Полная амплитуда. Вверх. Отлично. Восемь раз. До конца ногу не опускаем. Сохраняйте напряжение. Не расслабляйте внизу. Четыре, три, два, три. Держим. Три,
два, один, три, два, один, еще так же, выдох, еще один раз, один к трем, вверх, медленно вниз, удерживаем напряжение, вверх сильно, еще два раза, вверх, вниз, вниз, еще раз, три пульс, финиш. Три, два, один. Еще так. Три, два, один. Семь пульс. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, один. Полная амплитуда. Вверх. Четыре осталось. Три, два. Отлично, стоп. Снимаем гантелю. Становимся упор стоя на предплечье. Положение планки. Локти точно под плечевыми суставами. Соедините туловище, бедра и голень в одну линию. Внимательно ближнюю ногу в сторону. Дальнюю. Если вам тяжело, вы можете упростить, поставив колени на пол. Дальнее. В два раза быстрее. Ближнее. Дальнее. Ближнее. Внимание, поворот в мою сторону. Вверх, вверх, вниз. От меня спина. Ко мне нога. Раз. Два. Три. Четыре. Поворот. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх. Шагаем. Четыре. Три. Два. Один. Поворот. Вверх, вверх, вниз, вниз. Прыжок двумя ногами. Три. Два. Один. Поворот. Вверх, вверх, вниз, вниз. Спиной. Прыжок. Четыре. Три. Старайтесь меньше двигать туловищем. Поворот. Вверх, вверх, вниз, вниз. Ставим планку. Держим. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Отлично. Колени на пол. Ягодицы на пятки. Вдох. Выдох. Мы переворачиваемся. Ложимся на спину. Берем гантели, либо две бутылки. За колено. Перекат. Поставьте стопы вместе, пятки как можно ближе к ягодицам. Бедра сжимаем, гантели положите на тазовую кость. И у нас ягодичный мост. Сожмите бедра. Не разводите колени в стороны. Колени все время вместе. На пол ягодицы больше не кладем. Один, один. Вверх. На каждый счет. Внимание, поднимаем ближнюю ногу вверх и ближнее, дальнее. Меняем вверх, вверх. Ягодицы на пол больше не опускать. Вверх. По два раза с каждой. Раз, два. Дальнее. Раз, два. Ближнее. Раз, два. Далее. Еще четыре. Три. Два. Вверх. Еще раз. Один, один. Снова. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Ноги вместе, один-один, вверх, вверх, только вверх.
Впереди еще 4, 3, 2, 7. Пульс наверху. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, опускаем поясницу, поставьте ступы на пальцы ног, гантели вверх, либо вы можете выполнять без гантели. Прямое скручивание, поднимаем лопатки, на два вверх, на два вниз. Выдох, вдох, вверх, вверх, вниз, вниз. Отлично. Темп 1-1-2. Раз, два, медленно вниз. Раз, два, выдох, подъем. Еще раз. Три, пульс. Три, два, один. Также. Продолжаем. Три, два, один. Три, два, один, три, два, восемь, пульс, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, стоп. Опускаем гантелью, согните ноги в коленях, поясница плотно прижата, ноги по очереди вниз. Сохраняется в колене прямой угол, спина плотно прижата. Держите таз нейтрально, руки вдоль тела. Два. Ноги попеременно вниз. Вдох, выдох. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Внимание к верхней ноге. На каждый счет. Выдох. Руками тянемся. Вверх. Продолжаем. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Руки вдоль тела, пятки прижаты к ягодицам. Поднимаем таз, колени тянутся к плечам. Медленно два счета вверх, два вниз. Еще раз. Ноги вытягиваем вперед к себе. И медленно вперед. Выдох. Вдох. Еще раз. Только к себе. Один-один. Ап. Вверх. Выдох. Ягодицы на пол больше не опускаем. Колени к плечам. Выдох. Восемь раз. Восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два, и ноги вертикально, и пятки в потолок. Вверх, вверх. Ноги строго вертикально, пятками давим в потолок. За счет силы мышц брюшного пресса поднимаете таз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, стоп. Поднимаем лопатки, сгибаем ноги в коленях, поясница прижата, руки вперед. Если вы готовы, вытягивайте ноги вперед. Это усложненный вариант, это упрощенный. Держим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре. Три, два, отлично. Вдох, выдох. Отдыхаем. Вытягиваем ноги вниз. Руки вверх. Прогнитесь в поясницу. Вдох и выдох, руки через стороны.
Подтяните правое колено к груди. Разогните ногу, стопа на себя, пяткой вверх. Можно чуть потише, чуть-чуть. Хотя такая музыка, можно было бы и погромче. Правая, ближняя нога, пятка на колено. И за нижнюю ногу подтяните пяткой к груди. Поменяем ногу. Вытягиваем дальнее колено к себе, разгибаем. Стопа на себя, пяткой вверх. Пятка на колено, за нижнюю ногу подтягиваем пяткой к груди. Отпускаем, перекатом плавно садимся. Ноги вытягиваем вперед, ягодицы не зажимаем. Стопы на себя и на выдохе наклонитесь вперед к прямым ногам. Растяните заднюю поверхность ног. Медленно садимся, поворачиваемся вперед. Ноги скрестно. Левая рука вверх, вдох. На выдохе через сторону направо. Таз на месте. Разверните левое плечо назад. Выдох. Сделаем вдох. На выдохе налево. Взгляд вверх. Таз прижат, грудь вверх. Медленно. Ладони прижаты к полу, ухо на правое плечо. Подбородок. Ухо на левое. Подбородок. Подбородок на грудь. Соединяем ноги, отталкиваемся руками. До конца колени не выпрямляем. Раскручиваемся, выдох. Всем хорошего дня. С вами была Ирина Куликовская. До новых встреч.